Друзья, здравствуйте. С вами Лохматая Душа. Друзья, у нас очень страшная проблема, как и у всех нас, наверное, сейчас. Это снег. Снег и нехватка корма. Две самые страшные проблемы. Третья проблема – это что буквально каждые 3-4 дня нам с дороги привозят сбитую собаку. Кого-то привозят вообще полумертвыми. Все, что мы можем, ребята, это просто помочь ребенку уйти. Без боли, без проблем. Но безбитые собаки сейчас просто что-то невероятно страшное идет, понимаете? Я вот сейчас ролик вам покажу. И покажу, сколько за этот месяц сбитых собак. Это страшно. Но сегодня мы обсуждаем с вами проблемы приюта. Ребята, у нас страшная беда, потому что у нас скоро рухнут навесы. Мы чистим, но мы не успеваем. Просто физически не успеваем. Собаки из вольеров скоро будут пешком ходить на улицу. Такого снега, как в этом году, это просто какая-то аномалия. Я прошу вас приезжать всех, у кого есть лишних 2 часа, помогите нам выгрести снег. У нас ребята работают. Но вы видите, вот сейчас мы вот этот уберем снег, тот, который спрессовался, а затем в вывозе снега. Кто как может, выделите нам немножко времени. Желательно, можно даже после работы. Может быть, кто-то из вас работает первую смену. Друзья, приезжайте в приют. Приют, вы понимаете, что это беда, это проблема, она наша общая. У нас частный приют, ребята, государство нам не помогает. Местные власти вообще не помогают. Еще в апреле месяце они обещали нам 10 машин гравия. Ребята, до сих пор обещают. Никто нам гравий не дал. Но зато покупают карусель, который нахер никому не надо. И который сейчас гниет под снегом. А здесь живые существа. И мы с вами живые люди. И думать надо о живых. И думать надо о жителях нашего города. Потому что если мы не будем собирать бездомных животных с улиц, это будут стаи. И никаких пуль у нашего руководства и яда не хватит, чтобы всех перетравить. И дети наши будут по-прежнему страдать. От укусов, от стай и всего прочего. Потому что животные не виноваты. Мы их с вами приручили. И выбросили на улицу, а они есть хотят. Что, по-вашему, они должны есть? Мусорки, которые пустые, где нет даже кусочка хлеба. Ребята, мы сейчас живем. Раньше выбрасывали все до мусорки. И животные жили. Сейчас нет. Друзья, приют зимует и живет благодаря только вашей помощи. Я обращаюсь ко всем, мои хорошие. Самое главное в эти страшные вот зимние дни – это корм. Я прошу вас, друзья, посмотрите на нас и, пожалуйста, отзовитесь. Отзовитесь, мои красивые мамины. Мои красивые-красивые ребята, это нечто. Снег засыпает так, что мы живы действительно чудом. Друзья, нам очень-очень-очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, отзовитесь, хоть по капле, хоть по 5 рублей. Я уже молчу про 100. Я прошу вас. Ребята, ну это страшно, что приют 2-3 раза в месяц просит помощи. Ну, потому что слишком нас много. Я прошу, мои хорошие. Сейчас столько проблем. Смотрите, здесь даже пройти у нас невозможно. Где только можем прорыть. Потому что мы сейчас чистим крыши. У нас все падает. Ребята, огромные снегопады. Друзья, приюту очень тяжело. Нехватка рук, нехватка финансов, нехватка корма. Самое страшное, нехватка корма. Но зато достаточно поломанных и искалеченных. Ребят, через день обращаются за помощью. То щенки с мамами, то сбитые. А нам нужен всего лишь корм. Прошу вас, корм.